Целый букет проблем образовался у жителей дома по улице Шверника, 21. Отсутствие замков на подвальных помещениях, осыпающиеся плиты балконов и исписанные подъезды – меньше из них. Больше всего жителей беспокоит трещина в стене. У нас проходит, значит, трещина по всему дому и с восточной стороны, и с южной стороны. Дом, то есть, разделился на две части. Причем эта трещина с каждым годом увеличивается в размерах. ЖЭК в свое время пытался нам как-то эту проблему решить. Я вот вижу, замазывали неоднократно. Где-то и жильцы с первого этажа, если смогли достать, тоже, значит, сами конопатили. Но эти меры не помогли. Стена промерзает, а на пятом этаже, по словам жильцов, трещина практически сквозная. Обычный косметический ремонт здесь не поможет. В плачевном состоянии также система водоотведения и канализации. Что касается канализации, она постоянно засоряется, и в подвале всегда стоит вода, стоит запах от этой канализации. И у нас такое мнение жильцов, что она не справляется со своей основной задачей. Со своей проблемой жители дома обратились к депутату по своему округу Петру Смирнову с просьбой помочь разрешить ситуацию. Очень серьезная проблема, которая касается возможного обрушения дома и так далее. И опять же, это и холод, и вот особенно в зимнее время года. Поэтому это обращение уже с моим депутатским обращением отправлено в Государственную жилищную инспекцию для проведения проверки по данной проблеме, а также в Департамент городского хозяйства и в МУП-центр ЖКХ для принятия мер. В центре ЖКХ нам объяснили, как образовалась трещина в стене дома по улице Шверника, 21. Деформационный шов – это конструктивный элемент дома, это не трещина. Это запланированное рассечение, так сказать, блок-секции этого дома. В современных домах он закрыт металлом. Мы в ходе вот предстоящего весеннего осмотра, естественно, его осмотрим и необходимые мероприятия по его заделке произведем. С водоотведением и канализацией вопрос более сложный, исправить его в ближайшее время не получится. Чтобы избавить жителей дома от засоров и запаха, необходимо провести капитальный ремонт всех сетей. Эти работы региональным операторам капитального ремонта запланированы на 2029-31 годы. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.